Как выбрать хорошую бытовую технику, электронику, чтобы не ошибиться? Сеть магазинов корпорации «Центр» – это качественный товар, приемлемые антикризисные цены и большой ассортимент. О других ценностях магазина подробнее в следующем сюжете. Новый телевизор диагональю не меньше метра с отличной картинкой. О такой покупке Вадим подумывает уже не один месяц. Недавно мы подключились к цифровому телевидению. Угу. И сейчас хотелось бы оценить качество изображения. Ну и хотелось бы, конечно, экран побольше. С покупкой Вадим не торопился. Хотелось подкопить денег и взять то, что действительно нравится. Летний рост курсов валют, мгновенного роста цен на бытовую электронику не вызвал. И покупатель решил, время на раздумья еще есть. Реакция производителей на колебания курсов валют происходит в течение 2-3 месяцев. Избежать подорожания техники невозможно. Большая часть российских производителей все-таки зависит от импортных комплектующих. Даже если они производятся в России, то зависимость от импорта очень высока. Как следствие, идет удорожание техники. Цены на телевизоры уже выросли на 15%. Бытовая техника подорожала в среднем на 10%. Эксперты с уверенностью говорят, это не последнее повышение. Пока роль антикризисной прослойки играют запасы техники на складах ритейлеров. Их пускают в продажу в основном по старым ценам. Но когда складские остатки будут распроданы, цены неизбежно пойдут вверх. Производители и ритейлеры будут вынуждены привязать их напрямую к курсу доллара. Тот телевизор, который я смотрел месяц назад, подорожал на 2000 рублей. Я решил больше не ждать. Сделать покупку можно, даже если расходы оказались непредвиденными. Дарья пришла выбирать новую стиральную машину. Сломалась стиральная машина, решила прицениться. Не планировала сегодня ее покупать, но мне предложили хороший вариант взять ее в рассрочку. Фирменная рассрочка действует в корпорации «Центр» уже 16 лет. Она оформляется без участия банков. Покупатель может не опасаться скрытых комиссий и условий, спрятанных за мелким шрифтом. И что самое важное, цена выбранного товара будет зафиксирована.